Всем большой привет! У вас на экране моя Катлея Валькиринтер, Валькириана на Интермедиа. Очень интересная котлейка. Вот таких прекрасных два цветка мне выдала. Я, честно говоря, в дичайшем восторге, потому что я люблю белые цветы. Очень люблю семиальбы, альбенсисы, альбы. И я не ожидала, что Валькиринтер у меня будет альбовый. Потому что, как видите, он идет без каких-либо дополнительных обозначений. И вот так вот он у меня внезапно порадовал абсолютной белизной. Не считая вот этих вот прекраснейших зеленых защипчиков. И вот там вот, где губа крепится. Мне очень-очень нравится. Очень шикарный цвет. Красивая вытянутая форма. Я в какой-то момент немножко так насторожилась, потому что у меня долоза полностью белая. Думаю, два одинаковых белых цветка как-то не очень. Но по форме они очень разные. Да, у них ну, из одинакового, наверное, в общем-то, вот этот вот носик, да, такой общее строение губы, ну, не совсем и одинаковое, но похожие. Но вот у Валькиринтера более вытянутый цветок. Он просто волшебный, шедевральный, аромата пока нету. Не знаю, будет ли. Вот такая замечательная у него рюшесть на лепестках. Он так смешно открывался, вот этот вот верхний лепесточек, что он с ним только не делал. И отгибал назад, и наклонял вперед к носику, и скручивал его хохолочком-завиточком. И в конце концов так вот раскрылся. Просто супер. Мне показался беспроблемным. Приехал ко мне, начал растить новый рост, выпускать в процессе роста корни. Рост вырос очень быстро. И сразу же выдал чехол. И из чехла вот чехол свежий, зеленый. Сразу же выдал два вот таких вот прекрасных бутона. Мне очень нравится. Скажу так, с моей стороны рекомендация заслуживает внимания. Замечательная форма. И вот, к сожалению, на камеру я этого не вижу, а вот вживую, когда я смотрю, лепестки, знаете, такие сахаристые, как арбуз, когда на него смотришь, и в нем много-много таких вот блестяшечек, как сахарные еще говорят. Очень красивое, и цветок смотрится очень плотным. На самом деле, вот эти боковые лепесточки, они вот здесь вот по краю такие полупрозрачные, они на ощупь плотненькие. Но при этом, когда смотришь, они немножко как просвечивают. Ну, очень-очень интересное такое впечатление создают. И, честно скажу, снимать белые орхидеи – это какое-то проклятие. У меня вот есть черный фон, и еще хоть как-то на нем ее видно, на белом не видно вообще. Но, и, да, вот из-за этого видео он не передает всю красоту, всю прелесть, все вот эти вот тонкости зеленоватого оттенка, перехода в белый. Но и на видео она смотрится шикарно. Мне ее все время хочется трогать, щупать, гладить. Она очень классная, очень красивая, очень интересная на ощупь. Просто замечательная. Я в диком восторге. И сейчас у меня цветет и пурпурата. Видео я уже выложила перед этим. И вот знаете, я обожаю лилии пурпураты, но у нее как бы не получилось затмить этот Валькиринтер, он тоже прекрасен. То есть нету впечатления, знаете, вот что королева, а все остальное челядь. Нет, прекрасный цветок, заслуживает внимания. Кто такое любит? Вот мне губа, не могу наиграться, губа так нравится, вот эта вот рюшесть. Ее, если развернуть, она такая широкенькая. Просто прелесть. Достойная орхидея, хороша будет в коллекции, и они бывают достаточно разнообразные по цвету, тем более это гибрид, и должны понимать, что, скажем так, какие гены возьмут верх
могут быть даже очень-очень неожиданные варианты. И иногда даже рецессивные гены берут верх над доминантными. Такое редко, но бывает. И могут быть всякие неожиданности. Это я очень люблю в гибридах, это супер. Да, иногда, конечно, получается бе, но это всегда очень-очень интересно. В уходе показалось мне абсолютно несложной, беспроблемной. Я не столкнулась пока ни с какими особенностями. Буду наблюдать дальше. Если что-то будет, я обязательно скажу. Сейчас у нее наметилась новая бульбочка, пыпочка. Но она только наметилась и пока не растет, потому что та, с которой сейчас цветет, просто молниеносно разрасталась. Я думаю, что когда цветет, тогда уже растение начнет растить новые бульбы. Ну, в общем, пока наблюдаю, складываю о ней свое мнение. Буду смотреть, когда она отдыхает и будет ли она вообще отдыхать. А по размеру она достаточно компактная. Сейчас покажу все растение целиком. Вот так вот выглядит все растение. Не очень высокая бульба. Бульба меньше моей ладошки. Ладошка у меня где-то 17 сантиметров. Вот такая красота. И всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.